изначально рассмотрим ситуацию, когда у нас размер исходной фотографии значительно меньше необходимого поля печати. Запускаем программу Photoshop, открываем нашу фотографию. В данном случае мы имеем фотографию, сделанную на цифровую компактную камеру Canon PowerShot A95 с матрицей на 5 мегапикселей. Внизу у нас указан размер кадра и размер изображения для разрешения 180 пикселей на 1 дюйм. Значит, нам нужно, напоминаю, получить размер отпечатка 55 на 70 сантиметров. Значит, для того, чтобы изображение было напечатано с достаточным качеством, необходимо, чтобы само изображение имело разрешение 300 точек на дюйм DPI. Сделать это можно следующим образом. Идем в меню Image, выбираем опцию Image Size. Здесь мы видим заданные размеры. Выставляем меньший размер, равный 55 сантиметрам. Видим, что в таком случае у нас изображение меняется. При этом обращаем внимание, у нас должна быть включена опция выдержки масштаба изображения, то есть по обоим осям, Constraint Proportions. Значит, выбираем опцию Resample Image, то есть пересчет изображения, и бикубический алгоритм для расчета градиентов. Нажимаем ОК. Вот мы получаем после этого картинку такого размера. Значит, ну, можем выбрать размер 100%, да, и видим, что фотография имеет шумы. Далее будет вставка, где будет показано исходные шумы и конечные. Желательно, конечно, изначально снимать изображение таким образом, чтобы было минимальное количество шумов, то есть пониженное значение ISO, порядка 50 или 100 единиц, и достаточная освещенность. Закрываем наше изображение без сохранения. Дальше объясню почему. И рассмотрим второй вариант. Это фотография, выполненная на профессиональную камеру Canon EOS 5D Mark III. Ниже, как вы видите, также указан размер изображения в пикселях и размер изображения для 300 пикселей на дюйм. Также идем Image, Image Size. Здесь мы видим, что фактически мы имеем изображение 30 на 40. Нам нужно получить по короткой стороне 55 сантиметров. Разрешение оставляем тоже 300 точек на дюйм. Выбираем бикубический алгоритм для интерполяции. Нажимаем ОК. Вот если мы сейчас посмотрим на масштаб 1 к 1, ну, в общем-то, видно, что тоже есть шумы. Вот. Это мы рассмотрели два простых способа изменения размера изображения в фотошопе. Тоже пока не сохраняем. Более сложный способ, в общем-то более эффективный, это применение специализированных утилит для изменения размера изображения. Это либо утилита, он же плагин, Perfect Resize, версия 7 и выше, и плагин фирмы Alien Skin Blow Up. Ну, рассмотрим работу с последним. После инсталляции в Photoshop его можно найти в опции Automate, меню файл. Выбираем Blow Up. Он загружается и открывается в другом окне. Вот мы его видим, да, значит, произошел перерасчет. Здесь мы указываем размер изображения, который мы хотим получить. То есть мы должны получить 55 на 70. В дальнейшем выполняется кадрирование. Нажимаем кнопку ОК. Опции можно пока не трогать. Как правило, установки по умолчанию вполне удовлетворяют средним критериям.
Расчет занимает некоторое время, которое зависит от размера исходного файла и мощности компьютера. Ну вот опять же мы видим размер в масштабе 1 к 1, 100%. Ну, шумы есть. Вот. Будет достаточно эффективным, если мы используем, допустим, вот такую утилиту, как Imagenomic Noiseware Professional. В принципе, можно похожего эффекта добиться и самими средствами Photoshop. То есть это уже вопросы личных предпочтений, что вам удобнее. Опять же, ожидаем время обработки. Ну, я бы сказал, частично шум убран. Значит, дальше будет вставка, где мы посмотрим на два варианта, то есть до и после применения фильтров и без них. То же самое можно сделать, используя фотографию более высокого качества. Опять время на просчет. Ну вот мы имеем конечный результат. Безусловно, шумы остались, и теперь попробуем их подавить. Ну, с моей точки зрения, ситуация стала лучше. Опять нажимаем ОК. То есть мы работаем с установками по умолчанию. В данном случае мы не меняли контраст, яркость, цветность файла. То есть работаем с установками по умолчанию. Ну, с моей точки зрения, стало лучше. Следует отметить, что операция в любом случае увеличения файла достаточно эффективна в том случае, если конечный размер файла, то есть новый, находится в пределах плюс 20, максимум 30% от исходного размера файла. Это можно прикинуть даже умозрительно. Дело в том, что при увеличении размера изображения и разрешения у нас происходит не добавление информации как таковой, а просто добавление пикселей между опорными путем перерасчета их параметров. То есть не добавляется дополнительная информация, не растет детализация. А можно сказать наоборот, что при наличии мелких либо явно выраженных деталей это может вызвать пикселизацию на конечном изображении. Спасибо за внимание. Все.